Разрешите, я вас подвезу. Вы же подвергаетесь опасности. Я прекрасно доеду сама. Вы, очевидно, очень увлекаетесь велосипедным спортом. В меру. Вот я смотрю на вас и никак не могу определить, кто вы. Вы всегда так начинаете ваши уличные знакомства? У меня нет системы. Зато большой опыт. Может быть, вы балерина? Или вообще артистка? Маникюрша. Товарищ Мурашова, а ведь вы ничего не знаете. Нет, профессор, я знаю. В таком случае вы очень ловко умеете скрывать свои знания. Вам букет. Да, пожалуйста. Со значением или без? То есть? Для дамы или для девушки? А, для девушки. Одну минуточку. Пожалуйста. Благодарю вас. Следили? Как вы осмелились? Простите, я, собственно... Я вам не давала ни малейшего повода. Уверяю вас, что я, собственно... Как вам не стыдно? Спасибо, дяденька! Опять? Да, опять. Ну, знаете. Благодарю вас. Но ведь я же вам говорил, нужно брать влево. А вы что, боитесь ноги замочить? Разрешите? Идите сюда. Ну что же вы, боитесь ноги замочить? Давайте руку. Берегись. Толкайте. Разрешите, я сама. Есть, сама. Маленькая авария. А почему бы вам не помочь ей? А товарищ Мурашова все делает сама. Сама ломает, сама чинит. Странно. Вы и вдруг математик. Почему это вдруг?
Вы, вероятно, считаете, что женщина может быть только маникюршей? Дело не в профессии, а в характере. Решите задачу. Ой. А почему бы вам не помочь ему? Товарищ Колчин все делает сам. Сам ошибается, сам исправляет свои ошибки. Прелестно, прелестно, прелестно. Простите. Пожалуйста. Разрешите идти? Да, пожалуйста. Идите. Женщины предпочитают чувства разуму. Разум, разум. Ну? Разум никогда не бывает им полезен. Это возмутительно. Ну, это ее совершенно не касается. Понятно? Понятно. Здравствуйте. Вы меня давно ждете? Я вас совсем не ждал. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы. Мы одни. Я слушаю вас. На одном месте. Они попали в водоворот. Гребите к берегу. Гребите быстрее. Скорее же. Глеб! Поздно. Глеб, но ведь я же давно вам хотела все рассказать. Я сматываю удочки. Никогда! Глеб! Пустяки! Нет, Антонина Васильевна, это не пустяки. Я достаточно пожил на белом свете, это не пустяки. Конечно. Надо куда? На станцию. Вот хорошо. Поедем вместе. Ну-ка, давай, пошли. Держите. Кладу. Держитесь крепче! Воду! Какая беспечность! Какое легкомыслие! Как это подло, нечестно, отвратительно! Ну, знаете что? Я больше не желаю слушать ваших оскорблений! Нет! Постойте! Извольте слушать! Товарищ Мурашова, товарищ Мурашова! Ну что, товарищ Колчин? Что вы мне еще можете сказать? Ну, выдумывайте, сочиняйте. Что у вас за обстоятельства? Вы. Галина Сергеевна. Галина. Ну, говорите мне только правду, слышите? Дур не врать. Хорошо? Ну? Да. Галина! Вот билет. Я не еду. Мы остаемся. Подожди, не свисти.
все остальные свести. Эхо подал! Что делать? Товарищ, сам! А вот билет, пожалуйста. Сердечно благодарен. Пожалуйста. Большое спасибо. Я рад вас. Очень приятно. Время, товарищ, время.